Всем доброе утро, друзья. У меня вообще утро раннее, я рано встаю. Мои еще спят. Но я хочу тыковкой заняться, а то потом некогда будет. Вот. На цукатики порежу. Не знаю. Ой, какая твердая, смотри-ка. Ух ты. В общем, сейчас я осторожненько разрежу. Сейчас семечки повытаскиваю в эту сюда чашку. Чашку повытаскиваю. Почищу, нарежу. Помою семечки и насушу. У меня есть сухие. Потихоньку кушаю. Никто не ест, кроме меня, семечки. Так вот. В общем, как-то так, значит. Такой аромат идет вообще. Честно говоря, уже по даче соскучилась. Так, сейчас здесь буду выскребать. У нас снежок есть, но не так много. У нас зимой-то на дачу не пройти, только если на лыжах. Там дорога, главное, чистится. А к домику нет. Не прочищают. Вот. Сейчас сяду, буду чистить, резать. Потихонечку, полигонечку. Вот. И все, потом поставлю варить. Я уже показывала. Так что... Какие вопросы интересуют, девчонки, звоните, звоните. Это пишите. Вот тыква вся разная. Вот последние цукаты были вообще вкусные. И не пересушить, самое главное. Очень вкусные были последние, особенно цукатики. Все, ладно, сажусь и занимаюсь. Пошла стройплощадка у нас. Не хватило нам плинтуса. Не знаю, как мы считали потолочного. Вот здесь вот. А там хотела показать вам церковь. У нас строится, видите? Вот. Церковь новая будет. Только не знаю, когда закончат. Ой, пришла. Сходила. Сейчас сварю супчик быстренько. Щи. И будем продолжать делать плинтуса. У меня картошка почищена. Бульончик есть куриный замороженный. Зажарка есть. Короче, щи быстренько сварим. Так, картошку с водой поставила. И сейчас этот бульончик, он уже подтаял, вот сюда. Все. Сейчас это все у меня растает, растопится. Все. Потом добавим капусту, зажарку, приправку и щи готовы наши будут. Так, ну что,
картошечка у меня сварилась. Сейчас капусточку закинем. Так вот. Зажарочку закинем. Зажарочку закинем. Так. Не знаю. Наверное, все. Вот. И время будет, я снова сделаю. Приправку положу. Может, лаврушку кину. У меня муж-то любит лаврушку. Так. Сейчас размешаем. Попробуем на соль. Я еще не солила. Сейчас положим приправочку. Так, вот листик добавим. Вот я думаю, может, аджички положить. Помидоры, там перец болгарский. Так, приправочки своей. Сейчас подумаю. Положить, не положить. Я тогда немножко добавляла, капусту тушила. Вкусненько получилось. Вот, девчонки, открывала вчера аджика. У меня, по-моему, она есть на канале. Короче, добавим. А, можно сливовицу. Совсем забыла. Ну все, уже эту положила. Сейчас закипит. Во. В аджике здесь у меня помидоры перекрученные, перец болгарский, чеснок и, по-моему, острый перец, соль, песок, масло растительное. И все. Сейчас будем пробовать. Я вообще не солилась, все равно соли надо. Вкусно. Сейчас солик по это... Соли добавлю. Замечательно получилось. Так, сейчас я, наверное, это у меня ложка другая. Вот. Еще добавлю. Все, наверное. Вот и все. Все свое. Вот все свое. Ну, соль еще попробую, все, девчонки. Девочки, еще вспомнила, совсем забыла. Здесь у меня укроп, а что еще не помню, по-моему, чеснок, петрушка, растительное масло чуть-чуть. Вот такие вот я замораживала, зелень. Вот и совсем забыла про это. Ну и кинем сюда. Там чесночок, укроп, петрушка немножко. Вот она сейчас. Вот такими штучками я замораживала. У меня где-то есть видео. Там по совету подписчицы я делала. Все, я попробовала. Замечательные щи. Сегодня вообще у нас будет постный день. Потому что... Ну, я не знаю, схожу в магазин,
Куплю, конечно, курицу, но я хотела грибов пожарить с картошкой. У нас грибов заготовлено много. Давно мы их не ели. Ну, спрошу, конечно, будет, нет, Саша. Пусть немножечко попреют. Я вот так вот крышечкой накрою. И самый маленький огонечек. И вот оставлю. Вот так пусть преют, как раньше на печке готовили. Вот и щи у нас на обед. Очень вкусные. Всем приятного аппетита. Сегодня делали потолочные плинтуса. Очень устали. Ой. Так что вот творог у меня все любят. Я думаю, нормально на ужин. Цукаты сушатся. Есть мяско. Захочет, кусочек мяска съест. Ой. Вот. Это наш кунгурский творожок. Сегодня по акции я его покупала. Здесь 350 грамм в магните. 99 рублей. Ну, 100 рублей. Вот и все. Так. Песочку положим. И сметанки. Вот и все. Такой у нас ужин будет. Вкусно и быстро. Так, вот и все, размешаем. У меня там есть печенье, покупала, давно не стряпала, что-то надо постряпать. Может, посмотрим, не буду. У нас еще остались плинтуса половые, нам надо делать на пол. Посмотрим, как завтра. И туалет останется. Все, больше ничего. Знаете ведь, да, девчонки, как это все с ремонтом. Достала грибы. Сейчас они у меня в кипяточке оттают. На завтра. Картошка осталась тоже у меня. Вот. Красноголовички у меня здесь. И завтра сделаем картошку с грибами или посмотрим. Что-нибудь да сделаем. Вот. На этом я буду заканчивать свое видео. Конечно, вроде ничего интересного не показала. Ну, так вот прошел мой день, девчонки. Всем хочу сказать огромное спасибо за хорошие, добрые комментарии. Огромное, преогромное всем спасибо. Вот. Ну и все. Всем хочу пожелать, конечно же, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Всем всего-всего хорошего, доброго, светлого. Всем пока-пока.